знаю, что тебе нужно. Опять каблук. А лестница паразитская. Ясно. Слушай, тебя совершенно невозможно оставить одну даже на неделю. Спускаюсь я с гор, а ты преподносишь мне сюрприз. Положим, сюрприз преподнесли мне. А ты? Я подала на развод. Развод? Развод – это счастье, которого он не заслуживает. Может, ты его вообще простишь? Нет, я его не прощу. Умница. Пусть обрыдается кровавыми слезами, приползет к нам на коленях, вот тогда мы еще подумаем. Нет, я его никогда не прощу. Никогда. А Пашка как реагирует? Пашка спокойно, знаешь, как-то с юмором. А чего слезы-то лить? Я вот всю жизнь прожила без мужика, но с мужиками. И прекрасно себя чувствую. Сомневаешься? Нет, и не сомневайся. Короче, тебе сейчас нужно переставить мебель, перекрасить волосы и перешить платье. О, бурда в России! Будем шить, перешивать и не будем переживать. Я знаю, что тебе нужно. Может, все-таки объяснишь мне, куда ты тащишь? Ну, это невозможно объяснить. Это нужно видеть. Ну, перестань, понимаешь? Нина, ну что ты придумала? Ну, зачем ты меня отрываешь? Мне... Добрый вечер, Наталья Юрьевна. Здрасте. Шикарный мужик. Возможно, варианты? Да какие варианты? Я его только что с женой поберила. Ты что? Нет, только не это. Неужели Нина, ты думаешь, что я тебя веду на кладбище надежд? Ой! Что? Что такое? Ой, ну что ты скажешь? Светка-повариха из Сингапура. 200 ре. Паразиты. Не могут лампочку поярче вкрутить. Ну, зачем ты меня сюда затащила, горе ты мое? Я не горе. Я твое счастье. Идем. Ну, Нина, ну... Нам сюда. Вот. Мария! А! Здорово. Привет. Здравствуйте. Ты только не дрей. Я свою плюху получила, и ничего, все окей. От нее тоже муж ушел. Сбежал, как паршивый заяц. Но я ноль эмоций. А что спасло? Это. А что это? Бодибилдинг, строительство тела. Можем что угодно в себе улучшить. Уменьшить, нарастить. Что? Хоть размер Мерлин Монро. Сами строим свое тело и дух. Алло. Спасибо. И тебя также. Наверное, от меня слышать нелепо. Но я желаю тебе счастья. Я очень желаю тебе счастья. Пусть и тебе будет. Хорошо. Нина передает тебе привет. Спасибо ей тоже. Наташа, я понимаю, сейчас, конечно, не время, но надо поговорить. Конечно. Конечно, сейчас не время и никогда не будет время. Угу. Ну что? Что он сказал? Он поздравил меня с Новым годом. Как, и все? Все. Наташа. Нет, он еще пожелал мне нового счастья. Наташ, подробнее. Какой тон, какой голос, ну как начал, как... Гад! Гад! Знаю, что тебе нужно. Все замечательно. Скажи, а ты мне что налила? Нет? Обыкновенное шампанское. А почему-то голова кружится. Пол сухое, нормально. Подожди, а куда мы идем? Иди за мной и молчи. Иди и молчи. Нет, ты, главное, нет. Слушай меня. Я была не права, все это ерунда, чушь. Шитье, бурда, штанга. Все это никому не нужно.
Ой, что нужно? Сейчас увидишь. Да, они лазают по горам в связке. И у них существует такая традиция, новогодняя связка. Представляешь, одни мужики, технари, кандидаты, пара докторов, в общем, придурки. Но мы сейчас эту связку порушим, молчи, должна взять реванш. Андрей, открой. Что, Василий, Василий, что это, пожалуйста? Я не пошел, а? К тебе. Да, может, к тебе. Андрюшка! Привет! С Новым годом! С новым счастьем, козлы горные! Знакомьтесь, моя лучшая подруга, первая красавица здешних мест. Я, учтите, вторая. Паразиты. Как весна, так они копают. Какого черта они роют? Слушай, при чем тут они? Какого черта ты ходишь на каблуках? Не можешь на них ходить в тапочках. Что? Подожди. Ниночка, ты что? Ты что? Ничего. Эти девки-акселератки вымахали до 2 метров. А я за ними даже на каблуках, как гриб под деревьями. Лилипутка. Ну какая ты лилипутка? Перестань. Ты что? Ты хорошенькая. Мужчины вообще любят маленьких. Мужчины любят, когда ноги от шеи. А мне в троллейбусе. Девочка, девочка, передай на билетик. Пока я личиком не повернусь. А на этих проклятых каблуках я хоть чуть-чуть, ну чуть-чуть заметней. Господи, ты не представляешь. Не представляешь, как тоскливо. Как тоскливо жить одной. Ну, перестань. Ну, перестань. Ну, что ты? Успокойся. Ой, Наташ, какая я дура. Забудем. Теперь я совершенно точно знаю. Я тоже. Спасибо тебе, Ниночка. Спасибо. Я теперь сама. Я правда знаю, что мне нужно.